Шоколадный цвет волос уже много лет остается на пике моды. Он выглядит эффектно, ярко и одновременно очень женственно. При правильном выборе оттенка освежает лицо, делает его моложе. Палитра шоколадных оттенков очень разнообразна. Она включает в себя как холодные, так и теплые цвета, от светлого молочного шоколада до темного горького. Чтобы удачно подобрать для себя шоколадный оттенок, нужно обратить внимание на свой цветотип внешности. У цветотипа весна светлые глаза и золотистые прядки. Вам подойдет не слишком темный молочный шоколад или шоколадный блонд, который можно разбавить мелировкой. Девушкам с цветотипом зима следует добиваться холодных, благородных оттенков шоколада без рыжины. Вам подойдут оттенки из палитры горячего или черного шоколада, морозный шоколад. Для цветотипа лета рекомендуют светлые оттенки: молочный шоколад, шоколадно-русый, шоколадно-коричневый. Они отлично смотрятся на фоне румяной, персиковой кожи и голубых глаз, а также в сочетании с оливковой кожей и серыми глазами. Девушкам с цветотипом осень можно примерить шоколадную краску с выраженной рыжинкой. Неплохо будет смотреться шоколадно-рыжий, шоколадно-каштановый, шоколадно-ореховый. Производители красок предлагают огромную палитру шоколадных оттенков. Определив свой цветотип, вы без труда подберете для себя идеальный вариант –